Солидарность? Те, которые сам разбирали, какие-то более добрые, а не одни. Да, только в жизни. Очень приятно. В Татарской Республике прошли тренировочные сборы команды КАМАЗ-Мастер для подготовки к международному ралли-марафону «Дакар-2021». Маршрут тренировочных сборов проходил по территории Эльбрусского, Черекского, Чигизольского районов и города Нальчик. Сегодня здесь, на площади, мы еще раз встречаемся, желать ей самых высоких достижений на предстоящих соревнованиях. Давайте поприветствуем их! Уважаемый Владимир Геннадьевич, уважаемые члены КАМАЗ-Мастер, дорогие друзья, жители города Нальчика, первое, что я хотел сказать, это, конечно же, поздравить всех ребят с успешным завершением очередного тренировочного этапа, безаварийным прохождением. Команда КАМАЗ-Мастер, сказано, команда, которая прославляет нашу великую Россию, команда, которая своими достижениями продвигает технологические тренировочного этапа. Я надеюсь, что горные маршруты Кабардино-Балкарии повысят навыки членов команды, и это послужит хорошим импульсом для одержания победы в новых состязаниях, которые предстоят команде КАМАЗ-Мастер. Что для Кабардино-Балкарии значит сегодняшний визит команды? Это еще раз на как туристического региона. Это реклама наших туристических маршрутов. И уверен, проведение таких соревнований в Кабардино-Балкарии послужит и на развитие туристической отрасли автомотоспорта Кабардино-Балкарской республики. Дорогие друзья, кто принимал участие в организации этих мероприятий, за их труд, за их инициативу, спасибо вам большое. А команде хочу еще раз пожелать успехов в предстоящих состязаниях. Здоровья вам, удачи вам. Спасибо. Друзья, слово предоставляется руководителю команды КАМАЗ-Мастер, руководителю проекта «Ралли Шелковый путь», заслуженному тренеру России, мастеру спорта международного класса, семикратному победителю Дакара Чагину Владимиру Геннадьевичу. Уважаемый Казбек Валерьевич, дорогие, уже не побоюсь слова, наши жители Кабардино-Балкарии, 3 дня пролетели как одно мгновение. И вот уверен, что вся команда сейчас ощущает те чувства, что не хочется отсюда уезжать. Первое, что нас впечатлило, это радушие и гостеприимство. Та организованность, которую предоставила команда Казбек Валерьевича, руководящая. Мы давно уже мечтали о том, чтобы посетить республики нашего Кавказа, и вот рады, что в этом году эта мечта сбылась. Впереди в январе ваша гостеприимная земля, ваши жители тоже внесли частичку участия, немалую при этом, в подготовке нашей команды. Это нам придало и сил, и, конечно же, ответственности. Мы будем знать на старте ралли, что за нас болеют, переживают, поддерживают кабардино-балкарцы. Спасибо огромнейшее вам за ваше гостеприимство, за то, что вы такие естественные, какие вы есть. Удачи вам во всех начинаниях. В первую очередь, конечно же, в развитии туризма. Нам очень много приходится ездить по миру, по нашей стране.
И мы безумно рады и счастливы, что в нашей России такие разнообразные ландшафты. Такие горы, которым могут вся планета позавидовать. Надо сюда приезжать и нам, россиянам, и жителям других стран планеты. Надо больше развивать туризм, дышать этим прекрасным воздухом и радоваться этой красивейшей, замечательной природе. Спасибо еще раз вам огромное за то, что вы сделали для команды в эти дни. Удачи вам, здоровья и долголетия всем. Дорогие друзья, сегодня на этой площади находятся маршалы, судьи Кабардино-Балкарской республики, в Кабардино-Балкарскую республику на самую высочайшую вершину Европы, которые сегодня они хотят передать. Сложно будет всем это преодолеть, ведь важно, чтобы тоже не сошли с гонки. Потому что здесь же нужно еще и нужна и сохраняющаяся выносливость. Очень. Я вернусь, когда в Москву буду встречаться в Российской автомобильной федерации с руководством и буду настойчиво рекомендовать провести здесь чемпионат. В следующем году, в 2022 году, не знаю, но надо осваивать вопрос и просто радовать людей вот этой прекрасной этими дорогами, которые стремительно поднимают мастерство пилотов. И мы со своей стороны, со стороны властей республики, готовы оказать все содействие для того, чтобы такие ралли-рейды проходили какой-то этап там, российского взора. На начальном этапе российского, а дальше наверх туда подниматься. Мы это увидели, почувствовали. То есть еще и сама система организации мероприятий.